Прокуратура республики поддержана государственное обвинение по делу о вымогательстве взятки в сумме 680 миллионов рублей. Советский районный суд города Махачкалы с участием государственных обвинителей прокуратуры республики Дагестан вынес приговор в отношении бывшего главы регионального филиала федерального казенного учреждения УПРДОР Каспий. Экс-руководитель признан виновным, а инкриминирует ему вымогательство взятки в особо крупном размере и отмывание денежных средств. В судебном заседании установлено, что в 2017 году он, занимая указанную должность, через посредника потребовал от руководителя ООО «Нарт» передать ему взятку в размере 680 миллионов рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, заключенному организацией с ФКУ «УПРДОР Каспий», обещая в противном случае создать проблемы при их подписании. Для придания своим незаконным действиям правомерного вида злоумышленник потребовал от руководителя организации заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 миллионов рублей с подконтрольным ему ООО «ДСК-2». В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств руководитель филиала через подконтрольное ему ООО «ДСК-2» приобрел специальную технику на сумму 40 миллионов рублей. Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 миллионов рублей он не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.